привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова расстроилась из-за того, что Алексей Купин без согласования с ней купил машину, хотя ребята копили на квартиру. Лёша объяснил, что он взял из общего бюджета всего лишь небольшую сумму – 200 тысяч. Скоро он вернет эти деньги. Иосиф Оганесян хочет сделать ринопластику, чтобы убрать горбинку на носу. Также сделать его поменьше и более ровным. Рома Гриценко рвется на остров, но уже не к Аиде Бабаевой, а к Мэри Кулешовой. Аида считает, что Рома хочет отдохнуть на Сейшелах, ему не нужны отношения. Ведь он переключил свое внимание на Мэри сразу, как Аида собралась лететь в Москву. Мэри ждет Рому, он ей нравится. В сети обсуждают фотографии Маши Кахно многолетней давности, на которых она очень плохо выглядит. В то время Маша страдала от анорексии и лишь чудом осталась жива. Кахно опубликовала снимок со своими родителями. «Самые дорогие люди в моей жизни», – пишет она. «Спасибо за мое воспитание, за мое образование. Спасибо за то, что вы просто есть». Никита Кузнецов отметил юбилей, ему исполнилось 30 лет. Дарина Маркина поздравила его. «Ты мой ангел, моя стена, за которой не страшно. Нам предстоит долгий путь вместе. Я тебя люблю». Алексей Чайчиц на «Острове любви» был наказан. Его отправили на сутки в изолятор. Лиза Триандафилиди решила пойти за своим парнем. Но в клетке ребята поссорились, и Лиза попросила ее выпустить. Запеть решил и Егор Халявин. Он записывает первую песню и мечтает о дуэте с Ольгой Бузовой. Недавно Андрей Чуев, которому исполнилось 37, шокировал всех новостью о том, что он встречается с 19-летней девушкой по имени Виктория. В своем микроблоге он постоянно публикует ее откровенные снимки. Одна из подписчиц Ксении Бородиной обвинила ее в неправильном воспитании детей. Бородина опубликовала пост, в котором отметила, что сейчас маленьких детей сложно удивить. Одна молодая мама припомнила Ксении игровой дом за 140 тысяч, которым она побаловала младшую дочку Тиону. После таких подарков угодить ребенку действительно сложно. Ответ Ксении не заставил себя ждать, и за миллионы буду дарить, это не ваше дело. В сети появились слухи о том, что Дима Тарасов и Анастасия Костенко расписались. Антон Гусев намекнул, что он помирился с Викой Романец. Под одним из постов в Инстаграм в комментариях он намекнул на то, что посетил ресторан вместе с Викой. Отвечая на вопросы подписчиков, он написал, что часть еды отвез своему сыну, бокс, который мы с Викторией не доели. Так что в ближайшее время будем ждать официального воссоединения пары. Аня Кудимова в прямом эфире журнала «Дом-2» сделала операцию по увеличению груди. Она сильно похудела, грудь у нее стала первого размера, и теперь она увеличивает бюст до третьего. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.